Резервный банк Индии запускает блокчейн-платформу, планируя использовать эту технологию в качестве основы для оцифровки рупий. По данным thehindubusinessline.com, Институт развития и исследований в банковской технологии IDRBT, подразделение Резервного банка Индии RIB, объявило о новой разработке, что в долгосрочной перспективе технология блокчейн может использоваться для оцифровки индийских рупий, поскольку технология в основном исследуется в банковской и финансовой индустрии. Руководитель IDRBT доктор Рама Састри также заявил, что запуск платформы запланирован на ближайшее время. Организация также подала заявку на получение трех патентов в области кибербезопасности, облачных вычислений и аналитики.